Уникальные мгновения крымской весны нашли отражение в фотовыставке «Севастопольский шторм». В культурном центре «Сергеляхские огни» открыли выставку, посвященную первому дню победы в Севастополе. В экспозицию вошли фотографии известного путешественника, писателя, уполномоченного по туризму при Общественной палате Якутии Андрея И. В первой части фотоэкспонатов есть фотографии сильнейшего шторма на Черном море летом 2007 года. Происшествие, разрушившее набережную города, и события 2014 года воссоединились в воображении художника в одно целое. Раз удивляюсь, когда кто-то пытается говорить, что Крым аннексирован, что Россия насильно захватила Крым и Севастополь. Я участвовал в этом референдуме, я был как наблюдатель со стороны Общественной палаты России. Я видел, как люди, инвалиды, ползли на выборные пункты. Поэтому вот эта выставка, фотовыставка для меня, она просто, наверное, скорее для детей, чтобы они понимали, что в нашей жизни все зависит от нас, да? И даже такие крупные геополитические шаги, они в принципе зависят не от политиков, они зависят от людей.